среду, 10 августа в 18:00 в прямом эфире программы «На связи с городом» на телеканале «Самара ГИС» глава областного центра Елена Лапушкина. Поговорим о том, как в Самаре проходит возведение развязки у «Современника» и о строительстве станции метро «Театральная», о подготовке к новому учебному году и отопительному сезону, о новых возможностях управления многоквартирными домами с помощью системы ГИС ЖКХ, а также о том, как город готовится встретить свой 436-й день рождения. Оставляйте свои вопросы на наших страницах в социальных сетях. Ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 202 11 22. Мы не оставим вас без внимания.